сегодня святой праздник встретения. Мы все надеемся, что вывод войск с Афганистана сегодняшний день будет началом прекращения восточной кампании, восточной войны. Несколько дней назад мы проводили фестиваль «Расстрелянная молодость». Мы имели в виду, когда называли этот фестиваль, свою судьбу. Кто мог подумать, что эта судьба коснется и нашу молодежь, и наших детей? Да, у них тоже расстрелянная молодость. Афганцы не стоят в стороне от тех проблем, которые, от той беды, которая постигла наше государство. 92 человека наших братьев-афганцев погибло на Востоке. 400 человек раненые, 1000 воюют на Востоке. Председатель Луганской организации Союза ветеранов Афганистана, который находится на оккупированной территории, со своей бригадой освободил 160 пленных. Мы с своими товарищами вывезли несколько семей офицеров с Крыма, используя тоже свои связи в братской афганской организации. В Небесной сотне нашел место и наш брат-афганец. Украинцы завжди героично и сумлінно виконували свій громадянський, військовий, інтернаціональний обов'язок. Яскравим прикладом цього є ви, воїни-інтернаціоналісти, воїни-афганці. Я дякую усім вам, воїнам-афганцям, воїнам-інтернаціоналістам, за вашу таку активну громадянську позицію. Ви не залишилися осторонь і стали одні з першими в ряди щодо боротьби за правду під час Революції Гідності. Ви одні з перших, ваші побратими, стали на захист нашої держави на сході України.